Ну вот, вчера мы приехали где-то полшестого, 5-6 вечера. Вот этой дорогой мы въезжали сюда. Такие вот домики здесь. Это, наверное, все частные домики. Очень тихое место. Лес. Сегодня передавали местами грозу. Ну, такой маленький дождик идет. Сейчас я дойду до нашего домика. Андрюша с Олегом спят, уже у нас обед. Вот. И все лес, лес, лес. Очень спокойно, очень красиво. Там уже наш домик видно, если что-то здесь видно. Вот. Это домик. Сейчас я сниму. Там два этажа. Там два домика. Вот это на первом этаже. Два окна угловой. Это наша комната. Наверху там. Наверху там. Два окна. Не знаю, видно, не видно. Там тоже комнаты. Вот другое, вот там видно. Здание потом я поближе сниму. Там внизу гараж. Ну, гараж мы, конечно, машину не ставили. И наверху целый верх игровая комната. Потом все я поснимаю внутри. Сначала снаружи сниму наш домик, где мы временно живем. Конечно, магазины здесь очень далеко. Не знаю, сколько до магазинов ехать. Это частные дома или тоже сдают на лето в рент. На лето, на зиму я слышала тоже, что сдают. Вот наш номер 2525. Вот наша дорожка. Вот об этом гараже я говорила, но он закрыт. И вот это наверху полностью. Все это полностью, это игровая комната. Вот в таком лесу мы живем. Конечно. Иметь такую удачу здесь неплохо. Ну, не жить. Здесь очень далеко от цивилизации. Вот, доходим мы. Там наш автобус стоит. Там за автобусом сразу пул. Как бы хот-тап, горячая ванна. Вчера все купались, даже Олег и то. Залез туда. Правда, вечером, когда уже все дети спали, мы там посидели. Вот здесь два входа. Один вход в дом жилой. Вот. Там правая дверь. Это туалет и стирка и сушка. А левая дверь. Прямо вход на кухню. И вот здесь поднимается аж на второй этаж в игровую комнату. Давайте покажу вам, как, что и где. Вот это в зал сразу. Вот здесь. Здесь хаттаб называется. Эта крышка снимается. Потом дети будут купаться, я сниму еще здесь. Оно, вода постоянно подогревается 100 градусов по Фаренгейту. Там вот грил, стулья. Все условия. Я вообще, я в шоке. Я такого никогда не видела. Все условия внутри.
Вот. Здесь есть такой грил и есть вот такая печка на дровах еще. Все под старинку, все как бы, ну, все равно красиво. Здесь два больших окна, это зал. Вот такой лес. Там все наверху комнаты. Вот такой здесь лес. Там дрова какие-то кто-то оставил. Там, наверное, кто-то живет, потому что там и машины стоят. Какой-то дом вдалеке видно. И машины там, и свет горит постоянно. А может, тоже кто-то таким и приехал на выходные отдыхать. Вот дрова здесь. Здесь, ну, не знаю, там. В таких местах просто вот люди выкупают землю и строят себе как бы дачу на лето. Строят или уже с домиками покупают. Вот в таких местах отдаленных земля не очень дорогая. За 70 тысяч можно купить, за 50 даже. Вот наш автобус. Ну, вот так мы и живем здесь уже сутки, считай. Там что-то тоже, не знаю, там что-то старое вот видно. Это уже вот на этой стороне уже не наше, нам туда нельзя заходить. Там написано частная собственность. А вот это здание и вот это здание, и хатап вот там, это все наше. На 5 дней, конечно. Так, уже 7 минут видео снимается. Ну, понятие приблизительно, думаю, вы будете иметь, где мы были. Потом еще внутри поснимаю и, думаю, еще фотографии поделаю. Очень тихо, очень. Это не наше, вот это тоже не наше. Там балкон, вот там кто-то играет, слышу, с детей.